It's a beautiful morning. It's a beautiful привет всем, ребят. Доброе утро. Гора, Crash Day, Solid Snake. Так. Небольшие настройки. Просто, ребят, я немножко тут, как всегда. Inside, привет. Короче, первый стрим был тут совсем недавно. По второй части. Вот. Я ни разу не проходил, это first run, поэтому будем тупить. Сейчас я подстрою немножко картинку.
Ну, где-то так, наверное. Хотя можно чуть поярче. Вот так. Итак, вспоминаем, что же мы там нашли. А, кстати. Кстати. Медальон с единорогом, да? Давайте заценим, посмотрим, на что это похоже. Специально, наверное, меня игноришь. Горы. Блин, ну, я просто, понимаешь, я прохожу игру по реквесту. Я не могу просто так взять и, допустим, отказаться, да, от этого. Обязательно будет Flying Warrior. Вот. Но чуточку позже. Надо это понимать, и не стоит форсировать. У меня в правилах стрима все описано. Не могу всем угодить. Так, Red Jewel у нас есть, и... имеется медальон, который нужно срочно завязать, срочно. Такой стрим, я иду спать, ну блин. Нет, не будем сохраняться. Можно еще полчасика крышды посидеть, я думаю. Ух ты, здесь я не был. Ага, он может изобрести. Что-то, какую-то пленку сделан. На стриме написано Flying Warrior. Не, это со вчера, это я же вчера хотел вечером постримить, Гору. Точнее, на работе. Но на работе не вышло ничего, а сейчас, ну, по расписанию, как бы, Resident Evil с утра всегда. Уж извините. Так, фотоаппарат. Здесь проявочная, походу. Здесь можно проявить пленку, он говорит. Отлично. Ладно, пойдем посмотрим, что тут есть еще интересненького. Так, травушка. Одна имеется, пока не будем использовать. Don't leave the dark room door open. Dark room. Не оставляйте dark room. Дверь темной комнаты открыта. Ну как, что за темная комната? Непонятно. Так, смотрим мапу. Где же этот медальон? Точно. Медальон же при входе. Ребят, нам нужно выйти отсюда. Сделать. Обогнуть, так скажем. То есть сейчас разворачиваемся. Идем в эту дверь. И тот раз обещал через 13 минут... Так и не стал стримить. Гора, ну, я на работе просто не могу на самом деле быть в стопроцентной уверенности, то, что сейчас меня, допустим, не заэксплуатируют. Вот вчера весь день я заморачивался там, блин. Ох, что? Кто? Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Офигеть. Вот это было внезапно. Фу. Вчера весь день заморачивался по работе, ну, просто, ну, реально, не получается у меня. Я не могу там, как бы, сказать, ребят, извините, у меня стрим, я не буду работать. Извините, Гора мне зареквестил Flying Warrior, короче, очень на меня обижается из-за того, что я не могу из-за работы ему ее постримить. Ну, согласись, это как-то не очень звучит. Вот, поэтому, как есть время, я стараюсь всем угодить, а если не получается, то стоит подождать чуть-чуть, это нормально.
Здорово, Digital. Смотрим мапу. Что-то я не очень хорошо пока еще здесь ориентируюсь. Выходим и налево. Очень громко. Давай, Crash Day, спокойной ночи. У тебя уже пора спать, что ли? Или ты с ночной? Кто это? Так тяжело дышит там. Так, смотрим мапу опять. А, тут будет дверь, которая, походу, закрыта, да? Давайте проверим на всякий случай. Spade is etched under the keyhole. Mm-hmm. Ух ты, какие. А, всю ночь не спал. Ну да, это жестко. Лучше всего ложиться вовремя, чувак. Тебе совет. Сил будет больше и эмоциональный фон будет ровнее. Посмотрим, что можно перекинуть. В принципе, оружие можно было бы закинуть сюда. Мне, кстати, с утра сегодня, точнее, вчера вечером сказали то, что оказывается, сегодня праздник какой-то. И типа поэтому, может быть, народ не придет на стрим. О, ключ. А я так подумал, что наоборот, веский повод. Precinct. Precinct, что это такое? Сейчас посмотрим. Наоборот, это веский повод для того, чтобы пораньше встать и прийти на стрим. Чек. Shape of a spade. Ясно, теперь, значит, можем проверить ту дверь, да, боковую. Но там гадина. Блин, сейчас я попробую тогда заэквипить оружие. На всякий случай. Кардиоиды, непосредственно микро, надо говорить. Ну, у меня как бы там много всяких направленностей Digital. Там целая такая таблица. Можно как угодно его, в принципе, направлять. Но я его направляю в данный момент, чтобы он... Спейд, да. Чтобы он ловил исключительно только вот... Ну, полувосьмерка, короче. Я ловил только исключительно в той стороне, где я говорю. Сзади как бы не ловит. Да, найди. Petrol Report. Посмотрим, что здесь написано. Блин, не очень люблю такие стены текста переводить прям вообще. Ну, тут немного. А, 20 сентября, 9:30 вечера. 21:30. Репортер, сержант Нил Карлсин. А, мы получили репорт Skulking Around the Sewers о подозрительных, индивидуальных... ну, короче, о каких-то формах жизни непонятных, которые передвигаются по
Как они называются-то? Блин, забыл. Русский уже забывать стал. Канализации, вот, точно. Дагора с самой консоли. Думаю, может гарнитуру сменить на микро отдельно. Ну, Digital, это рано или поздно нужно сделать, если ты подумаешь стримить норм. Ну, как мне кажется. Я не знаю, мне кажется, гарнитура это вообще шлакозвук какой-то. Так, я обыскал эту зону и нашел эти созда... Столкнулся с этими созданиями, но они убежали. Прежде чем я мог задать им вопрос. И вот, что мне удалось еще найти. Небольшое количество C4. Электронный детонатор. Заряды для парабеллума. Инфраред скоп. Который сломан. Ясно. Так, а где же эти предметы? Ничего себе, сколько здесь много. Но эту стойку покупать еще надо, фильтр. Ну, знаешь, есть на самом деле какие-то достойные варианты. Я вот сейчас смотрю, и там как бы предлагают такие варианты. Можно, короче, купить какой-то USB-шный микрофон, который будет втыкаться тупо прям в этот... в комп. Вот, собственно. Так. А стойку? Ну, стойка недорого стоит, 500 рублей. Фильтр тоже где-то так же. Игра, да, Гора на двух дисках, но там фишка в чем? То, что один диск за одного чувака... Вот, а второй диск — это сценарий Б. Точнее, нет, не сценарий Б. На одном диске получается два сценария, да, за одного чувака, и на другом два сценария за тетку. Так. Что еще интересного? Hello, Dave Zion. No. It's second part on PlayStation 1. В наушниках или на колонке звук выводишь? Ну, вообще, на данный момент в наушниках, но как бы звуковуха позволяет отдельными регуляторами выводить и на колонке, и на наушники. Вот на работе я себе так сделал, чтобы колонки далеко стояли, и в принципе они не пролезают в микрофон. Можно и без наушников стримить. Но меня немножко смущает свой голос, поэтому я не могу его долго слушать, я надеваю наушники обычно. Data files. Так, здесь что-то ничего интересного. А, мы этот рычаг взяли, давай сейчас посмотрим, на что он похож. Привет из первой части, кстати. Там в конце игры тоже была такая штука. Тоже хочу без наушников, но звук микро ловит. Так, ну а что тебе мешает поставить колонки подальше? Ребят, вот у меня такое ощущение, что я что-то здесь пропустил. Если есть кто, может подсказать, пропустил или нет. А, кстати, звонил по тому объявлению насчет GameCube. Ну и как? Какие новости? Отдают? Да, здесь, короче, ничего нет у нас. Data files.
Так, смотрим мапу опять. Эта дверь открыта. Так, теперь как бы... Ну, можно попробовать пройти в ту часть, да? Сразу налево сейчас. Вот она, эта форма жизни, которая быстро бегает, которой не удалось задать пару вопросов у того самого репортера. Так-так, он сказал, что он как новый читает лицензию и любые болванки с играми, но есть один минус. Какой минус? Вообще, да, обзавестись на самом деле картой памяти геймкубовской. И, в общем-то... Ладно, пока место есть. И, в общем-то, геймпадом. И вот тебе, пожалуйста, GameCube в Wii. Но в плане эстетики, конечно, я бы лучше взял GameCube. Он смотрится интереснее. А, блок питания оригинальный на 120 вольт вроде. И надо какой-то стабилизатор или переходник. Все, понял. Но у него есть. Он сказал, что не может его отдать, так как он самому нужен. Но эту фигню можно купить на самом деле. Что? Здесь закрыто? Серьезно? Эту фигню можно купить на любом китайском аукционе. Эх, нет, ребят, только в обход. Здесь закрыто. Так. А есть ли смысл вообще в обход? Ну, есть, однозначно есть. Пойдем тогда. Так, у старых NGC приводы дохлые. Фига себе, я думал, это удел только каких-нибудь... Ну, чуть-чуть постарее консолик, типа Dreamcast какого-нибудь. Какой-то он нерасторопный парень. Так, сейчас посмотрим мапу опять. Угу. До конца и направо. Locked. Why? Ну, хорошо, давайте проверим тогда лестницу. Прямо под лестницу. Здесь же сейвилка как раз, да, вроде, находится. Эй. Так, еще раз мапу. По цене куба не очень. Да, согласен. Вообще, вот, кстати, странное решение у Nintendo. Вплоть до Wii компонент, блин. Вставлять в приставку в качестве основного выхода. Ну, как-то, ну, не знаю. На Wii, конечно, есть там всякие модуляторы, которые, типа, там, как-то делают правильно картинку в HDMI, но все равно это, по-моему, не трушная приставка, появившийся уже позже.
нужно ключ выбросить. Запомним то, что первый ключ пригодится на втором этаже прям сразу. Ух ты. Ёлки. Что творится? Так, что еще? Офигеть, вот это западня! Они идут! Они наступают! Забито. It doesn't look like I can pass through here. Короче, здесь я точно не пройду. Она говорит. Ну, нормально. Взял патроны и стрелял патроны. Все закономерно. Так, здесь что? Ничто из этой информации мне не пригодится. Закрыто, да, но у меня же была вроде отмычка, разве нет? А, у меня ключик какой-то был. Ясно. Чай подостыл уже. Так, очередная загадочка. Давайте окунемся, посмотрим, что к чему. Где я теперь? Так. А, переключатель, чтобы передвигать эту штуку влево и вправо. Куда ты хочешь ее сдвинуть? Да никуда пока. Привет, Алкаст. Ни одна из этих кнопок, ну, то есть книжек, мне не пригодится. По соседству чувак, небось, третий рекорд по Resident Evil ставит. Да он уже 2 дня подряд сидит, ставит рекорды. Insane BB, если ты нас слышишь, привет тебе. Сегодня с утра думаю, блин, не буду смотреть, сам First Run'ю. Как бы не буду, все равно немножко краем глаза углядел пару тактик. Ни одна из этих книжек не пригодится. Травушка. Сейчас мы ее скомбим. Нет. Фью, чуть не использовал. Так. Сейчас еще вот здесь уголок посмотрим. Большинство книг на этой полке по химии. Ничего такого. Ух ты, а там можно вниз, кстати. Ух ты! Внезапно. Блин, прикольные моменты, вот когда высаживает... Бронзовая тарелка. Картинкой.
Так, нужно, короче, получается, совместить средние, а дальние отодвинуть наоборот. Здесь, наверное, не откроется. Все завалено. А, вот в чем сложность, нифига, а как так сделать? Не понял. А сейчас что-нибудь изменилось, интересно? А нет. Ну ладно, давайте хотя бы как-нибудь их подвигаем. Может быть, она сейчас отодвинет ее. Кто его знает. Right. Ясно. А, все верно. Все верно. Это моя невнимательность. Доктор Ву, я знаю. Привет. Что я делаю влево. Мне просто показалось, что их нужно к стене непосредственно придвинуть, а оказывается нет, они все правильно встали. Ключ какой-то непонятный. Пипетка, что ли? Bishop Plug. Что такое Bishop? Ну, похоже на курительный какой-то девайс, типа. В трубку вставляется вроде. Епископ? Чего? Bishop, да-да-да. А, ну, вообще похоже на курительный девайс какой-то, типа там затычка какая-нибудь для кальяна. Можно еще раз заценить. Some sort in the shape of bishop. В форме. Что-то скипетр какой-то хотят. Не похоже. Ну ладно, оставим пока это дело. Наверху, по-моему, нету, да? Прохода. Да-да-да. В форме неведомой хрени. Дверка. Из
Итак, это получается третий этаж, да, уже? Полицейского участка. Балкончик. Square hole. О, кстати, можно использовать эту штуку как раз. Лестница. Что, нам больше не понадобится эта штука? Окей. А, должно быть это сломано и не работает. Ну ладно. Хотя видно, что она интерактивная, может попозже заработает. Так, мы на какой-то башне, на часовенке. Iron plate seems to have been recently moved. Короче, вот это заграждение, по идее, как бы похоже на то, что двигается частенько. Привет, Тесак. А что случилось? Я не понимаю. Я нажал на кнопку, ничего не произошло. Это похоже на выключатель. Хочешь нажать? Хочу. А, шестеренки нет. Все, понял, понял. Так, так, так. Я не знаю, что это, но попробую использовать. Нет, не оно. Ясно, сюда нужно шестерню вставить. Внизу были какие-то шестеренки. Сейчас посмотрим, может, там еще валяется что-то интересное. Ржавые шестеренки. Нам нужны целые. Так, ну ладно, выходим тогда, идем еще искать. Комната пуста. Так, давайте посмотрим мэп. Вроде с той стороны. Справа. Еще целый вон коридор неизведанный, так что пойдемте посмотрим. Это получается второй этаж, да? Но... туда не попасть, походу. Хотя, кто его знает? Есть еще вот одна дверь справа. Так, мы сейчас на третьем, нам нужно спуститься в любом случае. Здесь я не был.
вон они где. Я думаю, где тут звуки поблизости слышны. Нет, тут автоэймы, конечно, поубедительнее, чем в первой части. В первой части вообще было издевательство. Тут хоть более-менее. А что это было? Что-то не углядел. Emergency ladder. Ну да, конечно, почему бы нет. Для быстрого доступа на второй уровень. Кстати, еще одна комната. Есть где засейвиться. Маленький ключик. Маленький ключик нам пригодится, я уверен. А, итак, дневник А. Дневник секретаря, да, получается. Интересно. 6 апреля. Короче, чей-то дневник какого-то секретаря и описывает ситуацию, что accidentally moved one of... Случайно, типа, сдвинула одну из статуй на втором этаже, когда пробиралась. Когда шеф узнал об этом, он очень разозлился. Он был такой злой, что кричал, чтобы я больше никогда не прикасалась к этой статуе. Но если это так важно... He shouldn't have put it in the open like that. Да, сегодня странный выходной. Digital, я не знаю, что за выходной вообще. Мне сказали, то, что типа тоже выходной. А какой, непонятно. Какой нафиг выходной, когда траур? А вот такую штуку надо на GameCube. Но это все на Авито продается, в смысле на этом, на Али. Так, 7 апреля. А я слышал... А, ну, наверное, она, потому что секретарь. Стереотип такой. А, я слышала, что все эти art pieces, кусочки искусства, кусочки картин, из коллекции шефа, это очень-очень редкие предметы. И они буквально стоят тысячи, миллионов. Здорово, Морт. Тысячи миллионов баксов. И я не знаю, что для меня составляет большую загадочность. Где он берет такие редкие вещи? Или где он берет деньги, чтобы платить за них? Да уж. 10 мая. Знаете, я не была удивлена, когда увидела своего шефа, который вошел сегодня с очередной огроменной картиной в его руках. This time it was really disturbing painting. Ага, она описывает, что это за картина была. В этот раз это была по-настоящему сотни тысяч баксов. Да уж, так и есть. На этой картине была изображена голая персона, being hanged, которую подвесили.
Я была смущена. То есть мне было как бы странно видеть лицо шефа, который смотрел с умилением на эту картину. Так, как бы так перевести? Почему кое-кто что-что мог подметить, да, consider something? Короче, фигня какая-то написана. Блин. Так, надо переложить и засейвиться, да, наверное? Благо у нас много. Инкрибен. Хотя что тут перекладывать? Оставим, наверное. Пускай будет. Просто стоит зарядить пистолет. О, уже 8. Офигеть. Пишут, типа, не хватает блоков, да? No empty block. А почему тогда здесь несколько блоков свободных? Блин, надо подготовить, кстати, пару карт памяти, чтобы записывать беспрепятственно. То меня это уже начинает подбешивать. Ладно, давайте поверх тогда зацелимся. Вообще я чую, что где-то здесь поблизости имеется эта самая шестеренка. Дай, motherfucker. Так, смотрим мапу. Ага. Отлично. Я, правда, оббежал бы вокруг. Что это? Офигеть! Ох, ё. Что, а ты мне не хочешь ничего сказать? Что происходит, например? Почему меня просто дамагает и все? Что за бред? Ладно, оставим. Там то ли автобус въехал, то ли еще что-то непонятно. Зомбокопы. Эй-эй-эй-эй-эй, полегче. Осторожно. Он был заклёван до смерти. Так, я уже тоже сейчас, походу, буду заклёван до смерти, поэтому я использую травку. Патроны не помогли бедняге. Сейчас кто-то выпрыгнет по-любому.
Так и знал. Привет, Балу. Отстаньте! Внезапно, вот тут таких моментов очень много, и это радует, ребят, вот честно скажу, меня очень радуют такие моменты. Не хватало в первой части вот этого. Там были намеки, вот, собачки выскакивали иногда, а потом что-то раз и пропали. Ага. Excessive pressure may rupture the water tank, короче. Давайте... А нельзя никогда завязать. Ну, может быть, надо выше подняться. А-а-а! Это геликоптер. Ну, я почти был близок в своих догадках. Показалось, что это автобус. Ух ты! Гад какой! Куда ты побежал? Зараза. Прям на него. Что здесь написано? Эмулятор дельфина? Как вариант, да. Но только на телефоне слишком маленький. Надо... Маленький экранчик надо на каком-нибудь там... К примеру. Планшете, что ли? А, сейчас, секундочку, ребят. Нужно отойти на пару минут. Изврат подключать DualShock к телефону. Но мне кажется, изврат играть, в принципе, на телефоне. Я просто пробовал проходить что-то там. О, кстати, шестеренка. Отлично. Мегамена, по-моему, пробовал проходить. Ничего из этой затеи не вышло. Вы посмотрите, сколько много здесь лент для сохранения. Просто супер много. Так, и что там? Дверь у нас имеется, да, здесь? Давайте заценим мапу. И... А, нет, кстати. Блин.
А, ну ты показывал, да, Apple. Типа консоль-эмулятор. Девайсина. Ого! Вы, ребята, быстрые. Хорошо сохранился. Слишком опасно, чтобы открывать эту дверь. Ясно. Ну, и так хорошо. Я доволен. Здесь тоже, что ли? Кстати, нет. Ничего необычного. Похоже на дверь, при этом ничего. Или это шкаф, может? Хреново прорисованный шкаф. Четырехъядерная видеокарта в ней. Ну, ништяк, ништяк. А как вообще эмуляция проходит? Без лагов, все нормально? Не подтормаживает? Просто вот, например, на PlayStation 2 эмулировать какой-нибудь SNES я бы не стал. Не знаю, как Sega он эмулирует. Вот, но плойка вторая крайне хреново эмулирует спрайтовые изображения. Посмотри характеристики, как думаешь, потянет ли GameCube? Да GameCube вообще не особо уж такой требовательный в эмуляции. Надо смотреть, Гора, так непонятно. Навскидку даже не скажу. Да, ребят, тем временем хочу вас всех пригласить в группу ВКонтакте, там ссылки все активные под стримом. Если не сложно, вступайте, подписывайтесь на Twitch канал, это офигенный, ну как скажем, офигенный фидбэк. И еще есть канал на Good Game, если не сложно, апните или подписывайтесь, если у вас есть там аккаунт тоже. Стрим идет без рестрима, просто сразу на Twitch там плеер привязан. Так, тем временем продолжаем. Я бы на самом деле вернулся туда и заюзал бы этот вентиль, там бы засейвился уже, и у нас уже был бы большой-большой прогресс. А, вот, теперь как раз с той стороны будет открыто. Можно пройти, да? Что, вентиль нужен еще, да, нам? Helicopter is complete wreck. Полностью сломан. Да уж.
Так, а здесь дверь еще одна, да, в которую мы не зашли? Очень зря. Вот здесь, по-моему. Ты открыл это. А, нифига. То есть вот так вот. Ясно. Ага. Если мы сейчас спустимся на первом этаже... Хотя не нужно нам, наверное, сюда. Тут вроде была травка. Можно забрать ее. Нет, забрали уже. Ладно. Просто не хочу уходить далеко от этой комнаты. Раз мы уж там потушили воду, давайте пройдем. Доброе утро, Катрин. Так, вот оно. И дверь, и геликоптер. Оба уничтожены. И, похоже, невозможно туда пробраться. Ну вот, зато вот эта дверь вроде вполне себе... Кстати, как так получилось? Вы не знаете, по-моему, на той картинке, на той локации, ну, с той стороны вертолета, как бы, кабина была все-таки немножко снаружи. А тут она получается намного дальше. Вот такие несоответствия. Ну ничего себе, сколько здесь пленок. Ага. Так. А это что еще? Прессинг-то такие. Блин, ну давайте возьмем, да. Нельзя оставлять такие вещи, потом заколебешься их искать. А сюда нужно вставить всего лишь, я так понимаю, эти самые камни, которые я нашел еще в начале игры. Значок гласит. Tyrannus, the brave revives with two lights. Ну, это все и так понятно. Покрыто пылью. А, привет, Нупта. Спасибо большое. Одно время подумал взять смарт-ТВ приставку Pippo. X7. Windows 8.1, Android 4.4. Извини, не смог тебя вчера предупредить. Что-то поздно освободился и приехал уже. Думаю, не буду беспокоить. Ну, идем за камнями тогда. Давайте отметим для себя место. 2F Police Station. Я сейчас думаю, где-нибудь здесь поблизости по-любому ящик найду, переложу сразу всю фигню. Как-то тут близко все. Темновато. Ну, давай поярче сделаю. Я не знаю, на самом деле, сегодня какие-то настройки не очень с видео, я согласен. Может, я яркость забыл прикрутить. 60.
Ну, это может локация какая-то такая, не знаю. Вроде как бы экстремальные настройки, и тем не менее. Темновато. Так, вентиль нам не нужен. Меняем его на эту фигню. Что такое Bishop Plug? Я до сих пор так и не понял, поэтому меняем. Все. Глупо использовать сейчас еще одну ленту, поэтому я иду сюда. Вставляю камни и только потом засейвюсь. Так, не помню, здесь, не здесь, но зайду на всякий случай. Нет. Доброе утро, Белозист. Все просыпаются. Потихоньку подходит. Например, тот же EP6E нынче... что? Чаще для Android выпускают. Вот эти ребята. Но надо признать, зомби вот обычные здесь немножко поумнее, конечно, чем в первой части. Этот баг исправили теперь. Они ходят ровно. Ой. Постойте, постойте, зря сюда. А как так получается? А, вот ты говоришь, эмулятор GameCube не такой требовательный, значит, по твоим словам, эмулятор Sony 2 требовательнее, чем эмулятор GameCube? Ну да, примерно да. Во-первых, много проблем с совместимостью игр, там приходится настраивать под каждую игру эмулятор. Очень много всяких проблем. Здорово, Ревенант. Вот. Так, я не понимаю, а почему? Собственно, я же пытался открыть. Вот, а дельфин как-то... лихо открывает все образы. Без особых заморочек. Главное, чтобы комп просто был... норм. Не, ребят, я, походу, не туда куда-то пошел. Получается, нужно с другой стороны обойти. Железо GameCube куда мощнее, чем железо Sony. Но я не знаю, тут, возможно, не в железе дело, а в алгоритмах, которые требуется симулировать. Поэтому, мне кажется, тут не в железе дело. Так, вот здесь где-то. Что за фигня? Я не понимаю. Как так? Я же должен сейчас с другой стороны был выйти. Что происходит? Ой, только не говорите мне, что это типа той загадки с коридорами, где камень.
Блин, я только вот отсюда пришел. А, вот, все, нашел. Вот он, вот он. И еще один. Кинг-плаг. Все, понял. Понял. Это некое подобие скипетра. И какой-то фиговины, который вставится. А куда же оно вставится? Не сюда ли? Нет, не сюда. Возможно, в какую-то другую статую. Ну ладно. Ну давайте заценим, на что это похоже хотя бы. Some sword in the shape of a king. Уважаемые обители чата, не забываем вступать в фан-группу «Пчеловек». Спасибо тебе, Белозист. Да-да, не забываем. И подписываться еще не забываем. И если вам нравится стрим, это будет лучшей благодарностью. Привет, Джонни Кей. Правда, уже надо искать место для сейва и бежать на работку. Но вполне вероятно, что на работе сегодня будет время для того, чтобы постримить. Так, что бы еще можно такое запихнуть сюда? Знаете, ребят, у меня какой вопрос был. А почему у меня два шотгана? Объясните мне, пожалуйста. Почему вот он занимает слот, и при этом выкинуть его как бы нельзя? То есть, получается, в сценарии просто несколько шотганов, да? Если ты один не взял, допустим, то второй возьмешь. При этом игра не понимает, что ты взял два шотгана, да? То есть их не скомбить ничего нельзя, они просто вот как-то висят, и все. А шотган? Ну ладно. Сейвим прогресс. Так, давайте посмотрим, что у нас там с мапой. Есть какие-то отрезки, куда мы не успели зайти? Да. Все еще думаю, что хорошо бы отдать второе хрупкой девчуле. Но она на втором диске у нас спряталась там. Так, короче, нам нужно вернуться на первый этаж, я так подозреваю, и пройтись по всем комнатулям, которые мы пропустили в самом начале. Да-да-да, по шотгану в каждую руку и расстреливать. Зомбари. В общем, stay tuned, dudes. Возможно, получится сегодня в течение дня выйти на связь. На всякий случай, всем удачного дня и так далее. Спасибо всем, кто пришел. На стримец с утреца. Услышимся позже тогда, ребят.